хватало. Было очень много детей, стариков, ну всего, всех очень много было. И поэтому было принято решение даже грузить людей в фуры. Что как бы нельзя, но все хотели уехать. И так много людей осталось, что не было места даже в фуры садить людей. Месяц в подвале в Терраспорте, потом 16 числа решили все-таки попытаться выйти из города. Вот, ну, получилось, слава богу. До 8 часов вечера, а потом уже манипулировали. Еще много автобусов. Автобусы проехали, все, да. Много машин осталось.